Да, ты в танцах. Именно такие слова мечтала услышать солистка зареченского коллектива City Dance на кастинге телевизионного шоу. Диана Куликова успешно преодолела отборочные испытания и стала участницей самого масштабного танцевального проекта на одном из федеральных ТВ-каналов. Перед выступлением Диана настраивалась на то, чтобы продемонстрировать экспертам все свое мастерство. Девушка даже забыла про волнение. Не было такого, что прям тряслись руки прям сильно. Когда я уже выступила, там уже нахлынуло. И было страшно. Что тебе говорили? Ну, в целом там спрашивали, где я живу, как меня зовут, сколько я занимаюсь, в каких направлениях занимаюсь. Больше именно саморадость была, когда я уже вышла, увидела вдохновляющие лица педагогов и мамы. Я тогда поняла, думаю, вот для чего это было. Вместе с Дианой участие в кастинге нового танцевального шоу-проекта канала ТНТ приняла и еще одна солистка Центра хореографии City Dance Ангелина Батракова. На подготовку девушкам давалась всего неделя, но зареченки были настроены решительно и тренировались ежедневно по несколько часов. Педагоги поддерживали своих воспитанниц на каждом шагу. Переживательно это было очень сильно, очень. Это было до такой степени волнительно, что даже сердце порой останавливалось, руки тряслись и не знали вообще, что там будет проходить. Для нас это действительно достижение. Мы не смотрели на изнурительные тренировки, на то, что они уставали, они все время просили еще и еще. В наш день соревновалось 302 блока по 350 танцоров, то есть 700 солистов были нашими конкурентами. Когда мы узнали эти цифры, когда мы попали на разминку и увидели уровень подготовки этих солистов, конечно, стало страшно еще вдвойне. Эксперты всероссийского танцевального шоу-проекта не остановили выступление зареченки Дианы Куликовой. Наставники следили за ее движениями на протяжении всего двухминутного номера. А вот солистке City Dance Ангелине Батраковой на кастинге удача не улыбнулась. Ей удалось задержаться на сцене всего около 15 секунд. В моих мыслях это было по-другому. Я зашла туда, встала, сказали, что можно начинать. Я начала, станцевала примерно 3/8. И все, сказали, я подошла, и там организатор сказал, что нет пока, все. И, то есть, именно в нашей группе там почему-то было такое, что быстро все выходили. Но неудача только вдохновляет Ангелину Батракову. Она планирует принять участие во всероссийском танцевальном проекте в следующем сезоне. Диана Куликова же обещает очень стараться, чтобы впечатлить своим талантом всех зрителей телевизионного шоу. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».